5 февраля в Кызыле на площади Арата в рамках празднования народного праздника Шага будет организована выставка-ярмарка местных товаропроизводителей. Мероприятие проводится мэрией Кызыла совместно с Министерством экономики республики. В целом зона торгового обслуживания будет разделена на секцию общественного питания и секцию выставки-ярмарки товаров местного производства. На выставке будут представлены продукты питания местного производства, национальная одежда, сувенирная продукция, буддийская атрибутика. К слову, мероприятия к празднованию Шага в некоторых микрорайонах уже начались. Так, для многодетных семей, проживающих на левобережных дачных обществах, в храме Даши Панденлинг прошел молебен. Сотрудники управления социального развития мэрии Кызыла организовали раздачу белой пищи для всех посетителей к национальному празднику Шага. Молебен состоится и 1 февраля в 14 часов в хуре левобережных дачных обществ. Отмечается, что медицинскими бригадами будут обеспечены предстоящие мероприятия национального праздника Шага Сан-Салыры, молебны, массовые мероприятия на центральной площади города Кызыла. В целях обеспечения качества оказания медпомощи к работе по медицинскому обеспечению праздничных мероприятий будут подключены сразу несколько организаций. С учетом начинающегося подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в поликлиниках Кызыла 4 и 5 февраля до 15 часов будут работать службы неотложной помощи. Для обслуживания вызовов в вечернее и ночное время двумя дополнительными бригадами будет усилена работа Центра скорой медицинской помощи.